Сегодня утром в диспетчерскую Сочинского водоканала поступило сообщение об утечке воды на проезжей части в районе бывшего кинотеатра «Спутник». Выехавшая на место аварии бригада выяснила, что причиной утечки является порыв на магистральном водоводе между Несебрской улицей и Курортным проспектом. Водовод был построен компанией «Мостовик» в рамках подготовки Сочи к Олимпийским играм, уточняет «Сочи-водоканал». За недолгий период работы на новом водоводе произошло уже несколько порывов. Что касается сегодняшней аварии, то утечку удалось быстро локализовать. Бригада произвела переключение на параллельную линию водоснабжения. Все работы производились без остановки движения транспорта по Курортному проспекту и близлежащим улицам. Сейчас поврежденный участок отключен, специалисты занимаются выяснением причин порыва. При этом все потребители бесперебойно снабжаются водой.